пока не забыл, еще раз разговаривал с Галиной Латинковой. Так, очень всем благодарна. Я еще и вдогонку высылал деньги, потому что он, желающих помочь семье нашего уникального друга, оказалось даже больше, чем я думал. Она всех благодарит, и она говорит, что мы будем продолжать. Вот это я всем передаю. Вот, потому что его наследие должно жить. Это в интересах всей России. Вот, это может быть не надо этим самым Ольге с Натальей, шикарным образованием. Вот. Что они могут знать о настоящем садоводстве? Так, когда мне звонят, я обычно отзываюсь, потому что всегда жду чего-то. Как правило, не очень приятных вестей. Ну что, поехали. Так. Сейчас я быстро пробегу. Ну, наши люди, вот они. Лилия Ражева, извините, до того жизнь за глотку взяла, что я перестал вам высылать свежие фильмы. У меня их, я могу их сейчас сделать за месяц примерно штук 100-150. Они самые ценные, чем я владею, это можно перевести на разговорный язык. У меня совершенно нет времени, жизнь взяла за глотку. Через неделю начинаю, через полторы прививки, это опять вымотанные силы. Так что не удивляйтесь, что я перестал это делать. Так. Тут кого тут интересно бы обнаружить? Сейчас, секундочку. Ну, Алексей тут всегда на месте. Вот она, гвардия. Умнейшие люди собрались, умнейшие. Это не я, Латинков сказал, что сайт Железов самый интеллектуальный в России. Если кто не согласен, спорьте спокойно. Когда туда попадете, на этот свет, попробуйте поспорить с таким авторитетом. Вот. Так. Сейчас дочитаю. Есть ветераны, есть новички. Ну что, поехали здороваться. Виктор Казаков, здравствуйте. Юрий Железов, приветствуем. Виноградов, здравия. Юрий Железов, плюс 5. Нормально у нас тоже. Так, Северный Казахстан, добрый вечер. Татьяна, москвичка, добрый вечер. Мне нравится, что у нас такой, как сказать, вся страна. Курган, здравствуем. Марина, добрый вечер. Смотрите, здравствуйте. Вот, о, у вас еще это. Ну, так как у нас. Так, Казахстан. Тоже примерно одинаково. В холодильнике замерз 500 с косточками. Заложены 18 января. Боюсь, не погибли ли. 18 января, да? Это все февраль, март. Валентина, я вас очень прошу. Померите, сколько там было. Минус 2, минус 3. Это не мы должны вам сказать, погибли или нет. Это вы нам должны сказать и поучить нас. Погибли, значит, не зря. Вот. А если нормально взойдут, они не просто могут нормально взойти. Тут уж, извините, Латинкова цитирую. Они там такие могут качества вылезти из них. Вот то, чего не может быть никогда, да, Оля с Наташей и Ой. Вот, начинаю забывать. Ой, да. Доброго здоровья, тепла, света. Так, в общем, Валентина, результат сообщите нам, ладно? Хабаровский дождь, снега по минимуму. Дождь тоже ничего хорошего, когда сильно много. Селивошка, здравствуйте. Ирина Тюмень, здравствуйте. Вот, сугробы. Вот сугробы как? Вот тепло, но пока не растает. Вот столько еще этих. Настолько короче лето пройдет. О. Так, ошибка. Кошки должны идентификации 18 февраля. Но все равно, то есть получается, они замерзли прямо в песке. Так. Вот. Вот и скажите, чем дело кончится. Куприсова.
Добрый вечер. Тикунцево, Иркутске плюс 5. Я вообще не знаю, в Иркутске. Вы должны были даже Саногорск обогнать. Я много лет слежу за климатом, сравниваю. Широта та же. Иркутск это Южная Сибирь. А почему вы это самое так отстали-то? Свинин. Ну, это Архангельск, привет. Воронеж. Всем привет, вчера высадил все косточки, открытый грунт, верхний слой земли, оттаял все под бутылками. Результат не забудьте сообщить, ладно? Вот. Алексей Виноградов. Вот это вот оказалось не имя, а фамилия умнейшего мужика, подчеркиваю, умнейшего. А просто он взял себе, как-то погонял, или как сказать, не грубо, кличку тоже грубо. Вот. Прозвище. Любящий истину. Молодец. Умнейший мужик. И для меня всегда подарок, когда это вижу, что есть еще. Не все еще это в стране дураков. Подсказываю. Имя, которое вы не смогли расшифровать, любящий истину. Татьяна Гришина. Другое. Так это что, все-таки любящий истину Татьяна Гришина? Я почему думал мужчина. Оказывается, Гришина. То есть женщина. Так это еще больше в моих глазах. Вот. Я всегда говорил, у женщин женские гормоны, а мужские мужские. На самом деле женские гормоны есть у мужчин, мужские есть у женщин. Вопрос только в сочетании. Чего не хватает, то и захочет заполучить. Вот. И сказывается на мозги и на физическую силу. Вот это вот самое, коктейль из мужских и женских. Вот. И вдруг оказывается, женщина, если это правда Татьяна Гришина, что она женщина, и она так прекрасно разобралась в этой игротехнике, ну что скажу, это упрек мужчинам, докторам, академикам. Вот. Так это вы есть, что ли, Татьяна Гришина? Чего ты позвала? Ничего не понимаю. Если Соловьев пишет, что любящий истину это Татьяна Гришина, а может быть это другая, а вот тут же пишет Татьяна Гришина. Вот. Если это ее была статья, то я ее поздравляю. Мы, мужики, посрамлены. Всем здоровья, с Алтая. Наконец-то про наслоение ментора. Ну, я, извините, вскользь. Знаете, вот я 100% уверен, что если собрать, у вас может коллекция ваших фото уступает моей. Но если ваши мозги, они у вас есть, потому что вы же дошли до того, что действительно это деградация, не деградация. Уже в самом вопросе, это такой гениальный вопрос. Это помните, как, что я когда поздравляли тех, когда шесть умников не могли ответить на вопрос какого-нибудь там этого пенсионера, там учителя или там офицера. Просто вопрос. И ему тоже награждали. Бывают вопросы гениальные. Вот. И когда вы спросили освоение ментора, это не деградация ли, Александр Николаевич, это гениальный вопрос. И ответ вы знали, но, может, хотели еще как-то уточнить какие-то детали. Потому что, действительно, возьмешь черенок, а этот черенок из почки, он неполноценный. То есть, какие-то детали я еще могу подсказать. А вы уже все, вы сами учить всех можете. Вот. Блинова. Так. Все тает. Про Мелбу говорил. Он же Николай Винтер. Ага. То есть это получается все-таки у нас не трое, а двое, что ли? Ну, вы мне испортили настроение. Потому что я получил ролик, там было про то дерево и про то, что дурью маются те, кто перешел на эти клоны. Вот. А потом получается про Мелбу опять же вот. Нас всего двое. Значит, все-таки, наверное, мы сошли с ума. Хоть и поодиночке. Мало.